He who stands with me shall be my brother. Всем привет! С вами снова Кату Сикариус. И это первый обзор на фильм на моем канале. Да, я сходил на нового хищника. Кто не знает, а они знают, пожалуй, все. Я раньше довольно сильно увлекался вселенной хищника. Да черт, я до сих пор ее увлекаюсь. Хотя, я ж ни одной книги не прочел. Зато я активно пересматривал фильмы. Ладно, не клеймите меня, давайте продолжим. Хищник. Как много крутости в этом слове. 8 лет. 8 гребаных лет мы ждали этого пришествия. Со времен провального и абсолютно ублюдского фильма о хищнике прошел целых, 8 лет. И мы наконец дождались. Ну что, окунаемся в мир гибридизации и прочего дерьма? Ну что ж, давайте для начала я вам расскажу свою историю знакомства с хищниками. Только не кидайтесь помидорами, мне правда хочется все вам рассказать. Итак, я посмотрел фильм «Хищник» довольно рано. Не помню, как это точно происходило, зато я отчетливо помню, как впервые посмотрел «Чужой против хищника Реквием». Блять, тогда я еще не знал, какое дерьмо я посмотрел, ну да ладно. Потому что по-настоящему я познакомился с хищниками благодаря каналу «Джейдик», выпустившего историю этой расы, а главное, благодаря каналу «Кентек». О да, Кентек, сукин ты сын, ты, именно ты свел меня с хищниками. Я успел пересмотреть вообще все фильмы про хищника, и это было охуительно. Серьезно, каждый фильм, даже гребаные хищники, вводили что-то новое. И были по-своему круты. Хотя нет, хищники это точно дерьмо, ну ладно. В любом случае, второй фильм был просто охуенен. И в 100 раз лучше первого. Хищник сам по себе всегда поражал меня своей крутизной. Серьезно, просто послушайте, насколько это охуенная задумка. Космический инопланетный охотник, гоняющийся за трофеями и достойной добычей. Правда ли это самое крутое, что вы слышали в своей жизни? Ну, кроме того, что примарха работы Гелимана воскресят. Я понимаю. Так вот. 8 лет ожидания. 8 лет. Даже Ридли Скотт успел подтянуться и снять «Прометей» и «Чужой завет». Но «Хищник» хранил радиомолчание. И вот, наконец, на горизонте появился он, Шейн Блэк, и решил он возродить вселенную Хищника. Получилось ли? Сейчас узнаем. Итак, сюжет. А вот сейчас будет немножко спойлеров, уж извините меня. Так вот, раса инопланетных охотников Науду, больше известная нам как Хищники, ищет новый дом. И новым домом они хотят сделать Землю. Они заметили, что люди сами же убивают свою планету. Да-да, глобальное потепление, вся фигня. Они живут в жарком климате, и им после нашего вымирания будет заебись. Возможно, они даже помогут нам с этим. Ну да, в этом нет ничего смешного. Так вот, однако один из хищников решил предотвратить данный исход планеты Земля и всей расы. Он попадает на планету Земля и разбивается. Далее отряд главного героя Мак, как его там, да я забыл его имя, находит космический корабль Хищника и лутает его маску и наручный компьютер. Хищник убивает весь отряд главного героя, но оказывается ранен собственным сюрикеном и едва не умирает. Главгерой сбегает, а Хищника ловит спецподразделение ФБР. Мак, как его там, отправляет маску и ручной компьютер на почту. Это почта, здесь ты в очереди сдохнешь точно. Запомните для жизни дальнейшей, на почте выживает сильнейший. Намереваясь позже все это дело забрать. Но его ловят, а посылку отправляют к нему домой, где это все находит сын-аутист главного героя Рори. И случайно отправляет сигнал о помощи другим хищникам. По нему Науду обнаруживает предателя и направляет за ним, а также за неким грузом на его корабле,
своего суперсолдата Апгрейда. Да, того самого трехлитрового ублюдка из трейлеров. Тем временем, первый хищник сбегает, параллельно убив полбазы, в котором его содержали, и где выясняется, что у этого хищника, внимание, частицы человеческой ДНК. И что Науду улучшают себя таким образом. Такова завязка сюжета. Что же касается самого сюжета, то он полон сюжетных дыр. Вот прям серьезно. Прям нормально так. К примеру, сын главного героя аутист. К слову, остановимся на нем. Этот мальчик Рори. Ни хрена не аутист, блять. Серьезно, я вообще не понимал, о чем думал сценарист и сам Шейн Блэк. Но данный мальчик вообще ни разу не является аутистом. Он нормально со всеми общается, подбирает нужные слова, ведет спокойную беседу. Прекрасно понимают, о чем ему говорят. Серьезно, блин, в каком месте он аутист? Это я еще молчу про бред в фильме. Дескать, аутизм – это новая ступень эволюции человека. Ой, бля! Но что самое охуенное, он каким-то непостижимым образом за пару часов буквально изучает язык хищников. Я, блядь, не шучу. Он реально изучает язык хищников за пару часов. Просто слегка посмотрев на голограммы и надев маску хищников. И что самое смешное, он, походу, изучает язык хищников и их технологии досконально от из-за этого. То есть, серьезно, в фильме есть сцена, где он активирует специально на корабле хищников силовое поле. Ох, сука. Короче, данный мальчик является палочкой-выручалочкой сценариста. Идем дальше. Ну, самый большой косяк сценария. Он реально скучный и предсказуемый. Нет, не совсем скучный, но реально предсказуем. Каких-либо неожиданных поворотов в фильме вообще нет. Хотя нет, есть один, только он настолько глупый, насколько это вообще возможно. Да-да, это когда хищник Апгрейд говорит, что из всей компашки героев самым сильным и самым достойным является маг, как его там. Собственно, все и думают на главного героя, но оказывается, внимание, он имел в виду сына аутиста главного героя, почему-то восприняв его как достойного воина, блин. При том, что мальчик никого не убил за весь фильм. Ну, потому что он ребенок, это логично. И зачем-то, даже не откручивая у него голову, сует его на капсулу своего корабля, как китоподобный пришелец Стича в Лило и Стич. Господи, боже мой! Но в целом, фильм порой даже интересно смотреть. Что ж, по сценарию прошлись, он весьма средний, но вот так вот более-менее. Что до персонажей? Здесь все уже лучше. Главный герой, ну, он как Шварценеггер в первом фильме. Не особо хорошо раскрыт, но и не бесит. Его жена ноунейм, просто ноунейм. Ученая, ну, то же самое, что и с главным героем. Мальчик Рори, по-моему, он вообще главный персонаж этого фильма. Он как раз-таки раскрыт более-менее неплохо. Собственно, с его аутизмом, конечно, облажались, но показали, что у него нет друзей, его тяжелые будни в школе и так далее. Компашка главного героя? Ну, да, вот тут уже все гораздо лучше. Дело в том, что все они психи разной степени психованности. У каждого свои тараканы в голове, и все ведут себя довольно комично и забавно. Но вот что касается юмора, я не знаю. Единственная хорошая шутка в фильме, это когда хищник убивает всех солдат в грузовике, а потом сует водителю, который хищника не видит, отрезанную руку одного из убитых им людей, которая сжимает кулак и делает палец вверх. Тем самым говорят, что все в порядке, и водитель думает, что эта рука не отрезанная, и как бы, ну,
все в порядке. Хищник спокойно едет в этом грузовике. Ух ты, это было довольно забавно, но это все. Я сейчас не шучу. В фильме есть около 1,5-минутная сцена, где главный герой обсуждает то, что один из компашки главного героя пошутил про киску одной из героинь. Я, блядь, не шучу. Серьезно. Вся шутка состоит в том, что он начал оправдываться, мол, он этого не говорил. А женщина это все повторяла. Вот, ты что, сказал, покажи свою киску? Господи, боже мой. Я смотрел на это и чувствовал, как уходит из меня моя жизнь. В общем, с юмором все реально плохо. Я не заметил ни одной по-настоящему годной шутки за весь сраный фильм. Я не знаю, у Шейна Блэка, походу, либо вообще таланта нет, либо у него очень, очень хреновое чувство юмора. Ну, потому что в «Железном человеке 3» тоже я особо не заметил прям уж годных шуток. Ладно, идем дальше. Спецэффекты. Вот спецэффекты — это лучшая часть этого фильма. Серьезно, спецэффекты ну просто божественные. Особенно круто, что в этом фильме реально много крови, и вся она ну прям сочная. Нет, я не маньяк и не вампир, просто, ну, она так выглядит. Ладно, забейте. Так вот, эффекты супер. В том числе и сами хищники. Ах да, хищники. Внимание, спойлер. Первого хищника, что мне лично очень не понравилось, очень бездарно сливают. Да-да, его убивает хищник апгрейд. Буквально за несколько секунд. Ну ладно, подольше, там, секунд 20. Он просто бросает его, как истинный борцуха, через плечо на машину, после чего снимает маску, дает ему в харю, из-за чего лицо хищника разбивается в буквальном смысле, после чего, без особых усилий, извлекает голову хищника из плеч. Да, все. Никакой эпичной битвы в помине нет. Первый хищник атакует апгрейда. Тот легко, непринужденно отбивается, ломает тому голыми руками лезвие и бросает на машину. Все. Вся боевая сцена. Больше обычного хищника в фильме нет. Исключительно апгрейд. Ой, господи, боже мой. Между прочим, мне особо до этого апгрейда было пофигу. Я шел на фильм исключительно ради того хищника. Классического. Это выглядело как триумфальное возвращение после позора в хищниках. Но тут его просто сливают. И все. Ох, боже мой. Что же до самого апгрейда? Он нереально крут. Серьезно. Чтобы убить его, главным героям пришлось задействовать очень нехилую боевую мощь. И это при том, что он весь фильм ходил практически полуголый. Я не шучу. От его шкуры просто отскакивали любые пули. В фильме есть сцена, где его забрасывают гранатами. Он весь горит и при этом еще успевает убить двоих чуваков из банды главного героя. То есть серьезно. А потом огонь просто гаснет, и он идет куда хотел. Апгрейд ну очень эпичен. Подведем итоги. В целом это фильм на несколько раз. Он вполне себе неплох. На битвы между людьми и хищниками приятно посмотреть, но как бы и все. Лично я далеко, далеко не этого ждал все эти 8 лет. Вот серьезно. А в итоге просто небольшая история на пару часов. Ах да, в фильме абсолютно ублюдская, идиотская, абсолютно дегенеративная концовка. Вот серьезно, она портит вообще все. Ах да. И делает из первого хищника Иисуса. Нет, я серьезно. Он пришел, чтобы спасти человеческую расу. Они его не приняли. И заперли в лаборатории, где начали его пытать. После чего хищник как бы очнулся от транквилизаторов, считай, воскрес. И как бы... Реально, я один здесь параллели с Иисусом вижу.
или я пересмотрел фильм Ридли Скотта. Я рекомендую сходить на него, но не ждите от него чего-то завышенного. Вот серьезно. Что ж, с грустью сообщаю, что это не тот фильм, который я ожидал, и закончу на этом. С вами был Като Сикариус. Помолитесь Богу, Императору и всем остальным богам хаоса, чтобы 20 век Фокс не нашел этот обзор и не забанил его ко всем хренам, а они это могут и любят. Что ж, пока.